Посетители ярмарки встречают ароматные прилавки с приправами, чаем, колбасами. Здесь представлен настоящий белорусский мед, костромской лен, береста, различные деликатесы, словом, товары на все случаи жизни. Представлен у нас костромской лен, одежда вся из натурального льна. Лен является природным антисептиком. То есть в лето он охлаждает на 3-4 градуса температуру тела. То есть это самый лучший, самый природный материал. На ярмарке можно не только выбрать товар на свой вкус, но и посмотреть мастер-класс. Так, например, предприниматели из Ростова показывают, как безопасно и красиво нарезать овощи и фрукты. А еще здесь на ярмарке вы можете попробовать продукты, прежде чем их купить. Мясные деликатесы все вкусные. Ну и колбасы чернышовые, гелиос. Тоже вся продукция у нас очень вкусная. Так что, дорогие рязанцы, приходите к нам за нашей продукцией. Купила сало. Очень вкусное и мягкое. Вот, мне очень понравилось. Вот кусочек взяла на пробу. Если понравится мужу, он большой любитель сала, то тогда еще приду куплю. Производители рассказывают, что вся продукция натуральная, а еще и полезная. Так, например, здесь можно купить настоящий мед в сотах. У нас белорусский мед, своя частная пасека. В принципе, все полезно, вкусно. Перга, прополис, маточное молочко. К сладкому меду рязанцы и гости города могут выбрать ароматный чай из Китая, Вьетнама, Индии и России. Черный, зеленый, фруктовый, с различными ягодами и травами. Каждая трава по-своему полезна. Богат калием, магнием, железом. Чабрец поднимает настроение, иммунитет. Я человек вообще такой оптимист по жизни. А чай я люблю, да. Китайский мне очень нравится чай. Поэтому и запах у него на всю квартиру. Не знаю, но приятно, да. И пить приятно, настроение хорошее. Для садоводов смоленский питомник привез в Рязань саженцы яблони, груш, вишни, черешни, слив и абрикосов. Огромный ассортимент роз – английские, чайные, гибридные, плетистые. Они все на бутонах, двух-трехлетки. Малиновое дерево есть, вся закрытая корневая система. Они уже укорененные, живые, приживаться им не нужно. Любим розы. Блуш, вот мне очень понравилась роза. У меня такая была московская, но она вымерзла, пропала. Ну, смоленская устоит. Ярмарка на площади Победы в Рязани будет проходить до 19 мая с 9 утра до 8 часов вечера. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».